Около торгового центра «Кэмп» ранним утром можно было заметить пожарные расчеты и аварийно-спасательный отряд Щелковского центра гражданской защиты. Не стоит переживать, это учение. Задачи, поставленные в считанные минуты после сигнала службы экстренного реагирования, отправляются на место. В гипермаркете «Глобус» раздался сигнал тревоги. Сюжет учений реалистичный. Инсценируется падение сбитого беспилотника на магазины, прилегающую территорию. Как результат, задымление, возгорание, завалы. Люди в срочном порядке эвакуируются из здания. Оставаться в магазине запрещено, даже несмотря на то, что это тренировка. Оперативно на место прибывают службы экстренного реагирования. С первых секунд четкий алгоритм действий, слаженная профессиональная работа, полное взаимодействие и сосредоточенность. Это их будни, готовым нужно быть ко всему. Такие тренировки необходимы и действенный метод оттачивания навыков, но особенно учения важны для сотрудников организации предприятий, чтобы отработать алгоритм взаимодействия со службами при ЧП. Задача пожарно-спасательного гарнизона – локализовать и ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. По сценарию обнаружено сразу несколько очагов возгорания. По легенде, беспилотник попал в кровлю, пожарные расчеты устраняют огонь. Внутри задымленного помещения параллельно проводится работа. Теперь, когда удалось остановить распространение огня по площади торгового объекта, за дело берутся спасатели. Есть пострадавший – это ребенок. Девочку обнаружил главный талисман Щелковского центра гражданской защиты Корги Маруся. Спасатели действуют осторожно, но без промедлений. Кажется, что это вовсе не инсценировка. Настолько они убедительны в своих действиях. Проводится экстренная эвакуация, также оказание доврачебной помощи пострадавшему. В это же время оперативно устраняется пожарными расчетами и возгорание около здания. Чрезвычайная ситуация и ее последствия ликвидированы. Все службы экстренного реагирования сработали четко и слаженно. Условия и задача, которые сегодня были поставлены, выполнены. Эвакуация проведена по нормативам. Был эвакуирован человек, который попал под обломки. Данные действия были спланированы изначально для того, чтобы персонал торговых центров знал, что надо делать, и был готов к экстренным чрезвычайным ситуациям. Главная задача была отработать тот момент на злобу дня. К сожалению, в нашей жизни террористический режим Украины присылает на нашу территорию беспилотники, глобусы. Мы отработали эту ситуацию, когда ПВО сбило остатки, пробили крышу, пожар, завалы. Оценить можно данное учение на достаточно высокую оценку. Задачи стояли не совсем обычные. Жизнь людей, она бесценна. Соответственно, также взаимодействуют спецслужбы, в том числе Щелковский пожарно-спасательный гарнизон, по отработке нахождения очага и ликвидации успешных последствий. Стоит отметить, между Щелковским аварийно-спасательным гарнизоном и гипермаркетом «Глобус» работа в таком взаимодействии ведется на постоянной основе. Отсюда и результат. Учения прошли на высшем уровне. Анна Балиет, Александр Аржевский, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.